В торговых центрах в преддверии праздников всегда людно, даже днем, даже в будни. Именно это и стало решающим фактором для приставов при определении места проведения акции «Узнай о своих долгах». В Тополе в течение нескольких часов можно было подойти к сотрудникам службы и проверить свою долговую историю по базе данных. Если долги есть, на месте их оплатить. Сходил молодой человек, у которого имел задолженность свыше 500 тысяч рублей. Это были алименты. Соответственно, вручилась повестка под роспись, где человек обязался явиться в службу судебных приставов и как-то решить вопрос. Говорят, что я знала свои задолженности, но судебного пристава не посещал, так как постоянного дохода не имею, выплат пенсионных либо каких-то иных тоже они отсутствуют, поэтому в связи с чем вот службу судебных приставов не посещал. Приставы рассказывают, о долгах знают не все, так говорят сами жители. Хотя в базу ФССП попадают только просуженные задолженности. Гражданам предварительно отправляют несколько уведомлений на почту. Сюрпризов быть не должно. Ну, вообще жители Ивановского региона охотно расплачиваются своими долгами, расстаются, потому что все-таки понимают свое гражданское сознание, к ним приходит. Ну, конечно, так как мы принудительный орган, что долги у нас порой граждане оплачивают в принудительном порядке. Самое распространенное – это, конечно же, списание денежных средств со счетов должников, также организаций, и, конечно же, выезд за пределы Российской Федерации. На сегодняшний момент в Управлении Федеральной службы судебных приставов вынесено ограничение в отношении 15 тысяч граждан. На исполнении в службе приставов 138 тысяч производств на сумму в несколько миллиардов рублей. Это деньги за коммунальные платежи, неоплаченные кредиты, алименты, штрафы и налоги. Приставы работают по всем фронтам и стараются сделать так, чтобы в Новый год жители ушли с чистой совестью и без задолженностей. Тем, кто в базе себя не обнаружил, приставы дарили новогодние шарики и буклеты с информацией о банке исполнительных производств. Праздник праздником, об обязанностях не нужно забывать. Самое главное в нашей жизни, что отсутствуют долги. И дай Бог, чтобы они так дальше и отсутствовали. С праздником вас, с наступающим! Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.